Андре, ты был свидетелем формирования новой украинской элиты, поэтому хотелось бы поговорить с тобой на эти интересные для нас очень темы. Примерно в каких годах, ты считаешь, начала формироваться новая украинская элита? Новая элита, она формировалась так степ-бай-степ, очень постепенно, потому что вначале это были одни люди, которые считали, что важно 600-й Мерседес, одежда в пол Версачи, кожаные крокодиловые куртки и так далее. Крокодил еще тогда не заработали, просто кожаные куртки, да, и которые все время рассказывали о том, что когда ты проезжаешь на своем автомобиле, спрашиваешь ты где, он говорит, я в Лондоне, а он сидит в ресторане Феллини на летней площадке, и ты понимаешь, что ни в каком он не в Лондоне, а вот он, и ты ему говоришь, а ты в Лондоне, ну тогда привет, помаши папе ручкой. То есть это те люди, которые раньше, для которых были понты дороже денег. Я считаю, что это не элита, да, то есть, хотя тогда, наверное, они должны были это пережить для того, чтобы стать тем, кем они сейчас есть. То есть настоящая элита, она вот зародилась уже, ну, для меня, мне кажется, это те люди, которые с 2005 года, да, потому что все, что было до этого, это был, скажем так, такой период, когда только появились деньги и нужно было всем нагло их демонстрировать, поэтому в моде были у девушек леопардовые платья, малиновые платья, в общем, смесь всего невозможного, скажем так. А в процессе уже люди начали понимать интеллектуальных дизайнеров, американский минимализм, концептуальных дизайнеров, там, бельгийскую шестерку, японских дизайнеров. В общем, в процессе уже выкристаллизировалась, скажем так, определенная элита украинского общества, которые знают, что такое ком де гарсон и с чем его можно мешать и чем, скажем так, вкусно преподносить на подиуме. Нынешняя украинская элита, представители каких профессий это люди? Вообще сейчас, кстати, вот совершенно другая, парадоксально совершенно другая такая элита появилась. Это люди, которые зарабатывают на этих технологиях, которые заработали, успели заработать на новых технологиях. Потому что раньше это те люди, которые торговали углем, газом, нефтью. Это сейчас это люди те, которые имеют крупную сеть, крупные ритейлеры непосредственно в розничном бизнесе. Это и супермаркеты АТБ, и, допустим, ВОК, сеть ВОК заправок и так далее. То есть на самом деле это те люди, которые раньше у нас элита, кто у нас был элитным, да, это там Ахметов, Коломойский, там это были топ-5, да. Сейчас, скажем так, понятное дело, они свои бразды правления не сдают, но, тем не менее, появилась новая элита, которая, скажем так, совершенно по-другому мыслит, да, для которых урвать кусок у кого-то, это, скажем так, не обязательно. Зачем у кого-то отбирать, если можно заработать самому? И, соответственно, у них совершенно другое мировоззрение, то есть появились совершенно другие рестораны, появились совершенно другие ночные клубы. То есть это те клубы, которые уже, скажем так, эти рестораны, это не бархатные шторы и все кренделях, да? То есть появилась молекулярная кухня, появилось что-то новое, интересное, потому что это люди, которые ездят по всему миру, да, и, соответственно, люди, которые, скажем так, на «ты» и могут отличить вино, какого оно года, соответственно, могут отличить, я не знаю, там, сколько у тебя сразу карат в бриллиантах и так далее. То есть это совершенно другое общество, оно более молодое. Да что там говорить, на самом деле, в Европе сейчас, в том числе в мишленовских ресторанах, появилось молодежное меню. Мне кажется, уже скоро там будут даже гамбургеры подавать, потому что если раньше в мишленовских ресторанах были люди 45-50+, то сейчас, благодаря тому, что появились такие яппи молодые, такие как Цукерберг, да, вот те люди, которые на новых технологиях успели заработать. Для них специально, естественно, поменяли дресс-код, то есть уже можно приходить в футболках непосредственно в ресторан, ну, кроме вечера, естественно.
И совершенно для них появилось другое меню, более спокойное, не такое помпезное. Элита украинская появляется на страницах светской хроники? Мне кажется, что их даже сейчас чересчур много, потому что я уже даже устал отслеживать нововведенные лица, потому что, в принципе, я считаю, что элита — это не те люди, которые очень часто появляются на сайте JetSetter или на последних страницах Vogue. Для меня элита — это те люди, которые имеют свои музеи современного искусства, которые в том числе много инвестируют и в благотворительность. И это не те люди, которые имеют пару салончиков красоты для своих подружек. Может быть, тогда в Украине неправильная светская хроника? Просто сейчас считают многие, ну, некоторые считают, что для того, чтобы быть светской персоной, нужно просто ходить как на работу на все светские мероприятия. И иногда, когда в течение, там, в четверг у тебя 6 мероприятий, на которые ты в лучшем случае пойдешь на одно важное, и то потому, что его организовывают твои друзья, ты не можешь не пойти. Эти стололазы, они посещают все 6, мало того, умудряются еще переодеться в машине для того, чтобы каждый раз выйти в свет в новой одежке. Поэтому я считаю, для таких людей это профессия, это работа. Для меня это не элита, потому что если для них светское мероприятие для того, чтобы выгулять новую сумку Dior или туфли Labutin, я считаю, что это деградация личности. Когда девушка появляется на одном мероприятии, ну, правильном мероприятии, да еще если это, я не знаю, там, галерея ее подруги или вообще ее благотворительный фонд, я считаю, что это настоящая элита. Такое наблюдение у меня было в Москве, например, и вообще в России, на мероприятиях, в принципе, равноценное количество гостей мужского и женского пола. А в Украине, ну, процентов 90 девушки и только 10 мужчин. С чем это связано, как ты думаешь? Ну, на самом деле, проблема в том, что все-таки в Украине намного больше женщин, чем мужчин. Поэтому это первая проблема. И на самом деле мужчины, я не знаю, они, наверное, все-таки приходят на светские мероприятия для того, чтобы просто выбрать себе новую спутницу, да. То есть в России, допустим, когда приходят на светские мероприятия, они решают свои дела, да, то есть, потому что так, тебе нужно по московским пробкам, допустим, потратить целый день для того, чтобы встретиться с этим человеком. А так ты приходишь на одно мероприятие, и ты здесь же в кулуарах решаются одни вопросы, вторые, третьи, четвертые, пятые. То есть на одном пятачке ты решаешь все свои вопросы, да. Киев не такой загазованный, и здесь не такие пробки, как в Москве. Да, собственно говоря, Киев и не такой большой, как Москва. Поэтому здесь, наверное, все решается в отдельных кабинетах. Мне кажется, что ты очень прав, потому что, в принципе, я так считаю, что на Украине самое крупное и главное светское мероприятие можно назвать «Альфа-джаз» во Львове. Mm-hmm. И поговаривают, что Фридман приезжает один раз в Украину для того, чтобы все свои дела решить сразу со всеми на одном пятачке. Ну да. Поэтому, наверное, действительно это и является причиной, почему в Москве так, а здесь по-другому. Просто ты знаешь, чем отличаются встречи и переговоры в Москве и в Киеве? В Киеве нужно сделать минимум 4 встречи для того, чтобы заключить контракт, а в Москве одну. Потому что в Москве все очень ценят свое время, а здесь все живут в свое удовольствие. То есть они вначале на первой встрече похихикают, похахакают, пожмут друг друга руки, узнают друг о друге. На второй встрече они поговорят ни о чем и, между прочим, 10 минут по делу. На третьей встрече уже наконец-то о чем-то договорятся, но не факт, что договорятся, да. Ну а четвертый уже подпишут контракт. В Москве на первой встрече они познакомятся, договорятся, отожмут друг друга, ударят по рукам и подпишут договор. Есть во Львове магазины «Атан», да. которые пользуются бешеной популярностью. Насколько я знаю, ты скоро едешь туда со своим показом. Да, это верно? Правда. Угу, да. Среди твоих клиенток смарт-кутюр есть львовянки? Да, ты знаешь, девушки, женщины, которые живут во Львове, это те люди,
которые живут на два города, на Киев и на Львов. И вот очень сильно клиентура Львова сейчас отличается, потому что если раньше клиентки Львова хотели все такое красивое, богатое, три ведра камней, как говорится, да, на одном платье. Сейчас они наоборот хотят, чтобы одежда была минималистична, но с очень хорошей, интересной ткани и чтобы был интересный крой. Львов сейчас очень развивается как туристический город. Причесан, прилизан, как конфетка. Но есть один нюанс. Он привлекает бедного туриста. Как ты считаешь, Львов бы мог стать вторым Монако? Ведь архитектура этого позволяет. Ты знаешь, я, если честно, не уверен, что это будет второе Монако, но то, что это будет вторая Вена, очень даже да. Почему? Потому что чем больше во Львове будет проходить таких интересных мероприятий, как Альфа-джаз, я бы сделал какие-нибудь фестиваль кино. Да, потому что для того, чтобы Львов был вторым Монако, у них должно быть как минимум море, да. А моря у них нет, потому что море — это всегда яхты, это всегда вечеринки и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что вот Львов — это все-таки должен быть исторический, культурный центр нашей страны. Как ты считаешь, есть шанс, что самые известные именитые бренды зайдут со своими бутиками в этот город? Ну, я думаю, что ближайшие 3 года нет, но если рассматривать, все зависит опять-таки от количества туристов, но я вижу, с какой прогрессией появляются новые гостиницы во Львове, причем такого, ну, дорогого уровня. Я понимаю, что, ну, что такое 5 лет на самом деле, это ничего. Мы с тобой сколько лет знакомы? Даже стыдно кому-то сказать. Я уже считала, 10. 10, вот. И на самом деле, мне кажется, как вроде мы познакомились недавно. Поэтому 5 лет — это ничего, тем более для страны. Я думаю, что через 5 лет это возможно. Понятное дело, что это может быть не Монте-Наполеон, не мономагазины Луи Виттон, но, тем не менее, хорошие, качественные мультибренды очень даже да. То есть, ну, по крайней мере, у нас не так много городов в нашей стране. Это Одесса, Львов, Днепр и Киев, собственно говоря, где могут открываться такого уровня магазины. Есть только одна проблема. Вот на сегодняшний день во Львове есть только одна It Girl. Одна единственная. Поэтому очень боюсь, что лет 20 еще бы. Поскольку Михаил Фридман тратит огромные деньги, или не он сам лично, естественно, нам это неизвестно, но способствует проведению этого фестиваля, очень трудно будет, конечно, затащить инвесторов и привлечь крупные мероприятия, чтобы во Львове проходили. Но это, наверное, есть залог того успеха, чтобы именно другой платежеспособности турист мог приехать. Я с тобой готов поспорить, потому что у меня очень много, как ты понимаешь, богатых друзей. И если раньше они на уикенд ездили в Вену, в Монако, в Париж, сейчас, наверное, все это им приелось, и теперь на уикенд они едут во Львов. Теперь они на уикенд едут в Одессу. Я очень рад, что наконец-то наши украинцы начали ценить ту красоту нашей богатой страны и нашей прекрасной природы.